Московское областное первенство по боксу для одинцовских спортсменов – событие значимое, ведь на кону возможность выхода на первенство Центрального федерального округа, а дальше на всероссийский турнир. Областное состязание проходило в Ногинске и Королеве. На ринг выходили юноши и юниоры. Одинцовские боксеры отличились в обеих возрастных категориях, завоевав золотые награды и первое место в команде. У нас 9 участников из города Одинцово было. 5 участников, 5 первых мест мы заняли. Вот, 2 по юниорам первых мест – это Фазидинов Дамир, 52 килограмма, и Смирнов Артем, 64 килограмма. Ижевский Артем занял 3-е место в этой возрастной категории. А по юношам общее командное место первое Одинцово заняло в Московской области. 3 золотых медали, 1 бронза. 50 килограммов Астахов Магомед, 65 килограммов Аганесян Артем и 72 килограмма Хамзатов Халид. 3-й стал Машкович Евгений. По итогам юниорского состязания одинцовские боксеры получили возможность выступить на первенстве Центрального федерального округа, которое пройдет в подмосковном Подольске в мае. А юноши выйдут на ринг в конце апреля в городе Торжок. В прошлом году только одному спортсмену из Одинцова, Артему Аганесяну, удалось выйти на первенство России. В этот раз шанс есть у каждого из призеров областного соревнования. Первое место дает право участия в первенстве России. Вот, это отбор на Россию уже будет. В этом году Одинцовское отделение подмосковной школы бокса будет представлено на первенстве России среди девушек. В юниорской категории выступит чемпионка Европы Динара Шукеева, а в юношеской – Анжела Ермолаева, которая пришла на тренировки всего лишь год назад. Ученица первой школы города Одинцова уже имела спортивную подготовку. Анжела 5 лет занималась плаванием, но выбрала бокс. Она приехала на первенство Московской области, первенство Центрального федерального округа. Ну, не было противников, ну, просто она провела там спарринги, то есть, как бы, ну, все равно, как бы, не было, это первое место. И что дает первое место России? Это сборная России, прежде всего? Ну, это стало моим образом жизни. Я регулярно бегаю, занимаюсь спортом. Все мои мысли направлены только в тренировку, в спорт. Динара Шукеева выступит в весовой категории до 81 килограмма. Анжела в весе до 75 килограммов. Если девушки сумеют устоять перед напором соперницы и показать красивую работу на ринге, то получат шанс отправиться на чемпионат Европы и мира. Но пока заглядывать так далеко не будем. Дождемся результатов всероссийского первенства, которое завершится 14 апреля в городе Цимлянск Ростовской области. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».